Сейджи Азава. С вами Радио Орфей, вновь в студии Алексей Барабанов. Исключительно доброго дня и настроения всем и каждому. А музыка, как всегда, хорошее подспорье в любом начинании. В финале часа Комаровский филармонический, а до того наш госоркестр под управлением Евгения Светланова, прославленный советский и российский коллектив, фрагмент из оркестровой сюиты Василия Калинникова. А все это после Баха, концерта для гобоя и скрипки с оркестром до минор. Третья часть, аллегро, Андрей Рубцов, гобой и камерный оркестр Академии Святого Мартина в Полях, дирижер Невил Маринер. Соло на скрипке Юлия Фишер.